Добрый день! Представляю вам второй фильм For Life из серии «Что такое иммунная система» под названием «ПРО-ТФ. Сколько, когда и зачем?». For Life Transform ПРО-ТФ – это смесь низкомолекулярного, высокогидролизованного, быстро усвояемого сывороточного и яичного протеина. Многие считают, что протеин – это сугубо специализированный продукт, предназначенный только для бодибилдеров или профессиональных спортсменов. Давайте разбираться, так ли это. Протеин – это концентрированный белок, а белок – важная составляющая жизнедеятельности всего живого на планете. Белки задействованы почти во всех физиологических процессах и выполняют многочисленные функции. Например, кровь переносит кислород благодаря белку гемоглобину. Пищеварение и обмен веществ функционируют при помощи особых белков-ферментов. Все гормоны в нашем организме имеют белковую природу. Существует целый класс белков, который отвечает за двигательные рефлексы и сокращение мышц. Белок необходим нашей иммунной системе для борьбы с инфекциями, ведь антитела или иммуноглобулины, молекулы, которые помогают иммунной системе запоминать угрозы, тоже строятся из белков. Белки состоят из аминокислот. 20 из них входят в состав белков, важных для работы всего организма. Выделяют две группы аминокислот – незаменимые, их 9, те, которые организм не может самостоятельно синтезировать, и они должны поступать в организм с пищей. И заменимые аминокислоты, которые синтезируются в организме человека. For Life Transform ПРО-ТФ содержит более 4900 мг жизненно важных аминокислот в каждой порции. Поскольку белок является незаменимым макроэлементом, его дефицит в рационе может приводить к самым неприятным последствиям, например, слабости, замедленному обмену веществ, истощению мышечной массы, ухудшению работы иммунной системы, частым инфекционным заболеваниям, гормональным нарушениям, дефициту железа. Могут возникать проблемы и с внешним видом, например, плохое состояние волос, ломкие ногти, высыпания на коже, мешки под глазами и опухшее лицо по утрам. При дефиците белка организм начинает заимствовать его из собственных тканей, из печени, мышц, кожи, крови, тем самым только усугубляя собственное состояние. Кроме того, мышечная масса начинает убывать с возрастом, что делает белок жизненно важным для поддержания здорового старения. Именно поэтому важно ежедневно употреблять в пищу продукты и добавки, богатые белком. Суточная потребность в белке индивидуальна и зависит от веса и суточной активности человека. Все расчеты проводятся по формулам, представленным на экране. Каждая порция For Life Transform ПРО-ТФ содержит 10 граммов качественного белка, который способствует сжиганию жиров, построению мышц и преображению вашего тела. ПРО-ТФ также обладает высокой биоактивностью. Он полностью усваивается за 20-30 минут и имеет низкое содержание жиров и углеводов. В составе протеина For Life Transform ПРО-ТФ находится 18 аминокислот, 9 из которых незаменимые, а также аминокислоты с разветвленной цепью – лейцин и изолейцин. ПРО-ТФ является прекрасным источником не только белка, но и содержит 300 мг For Life Transfer Factor на порцию, который способствует поддержанию вашей иммунной системы. Прием ПРО-ТФ также способствует улучшению ферментативной системы, повышению сопротивляемости воздействию внешних факторов, ускорению обмена веществ и укрепит ваши мышцы с помощью тренировок с отягощением. Команда For Life предлагает два вида протеиновой поддержки – ПРО-ТФ со вкусом ванили и со вкусом шоколада. Мы рекомендуем принимать ПРО-ТФ по 2 порции в день. Из него получаются вкусные полезные протеиновые коктейли, которые можно сочетать с различными ягодами и фруктами. Подарите ПРО-ТФ от компании For Life своему телу и иммунитету.